Казахстанцы с особыми потребностями и люди пожилого возраста, проживающие в центре соцобслуживания Шарапат, получили помощь от фонда «Казахстан Халкына». В учреждении появилась соляная шахта для профилактики инфекционных и лор-заболеваний. Фонд также оснастил центр оборудованием для проведения реабилитационных занятий для верхних и нижних конечностей и специальным подъемником в бассейне. Общая сумма оказанной поддержки – 32 миллиона тенге. Напомню, приоритетными направлениями деятельности фонда остаются благотворительная помощь казахстанцам в сферах здравоохранения, образования, культуры и спорта. Для них большую роль сыграло те тренажерные оборудования, которые помогают им развивать моторику верхних конечностей и также нижних конечностей и плечевого сустава.